гости лезет. Кот. Кот. Не надо в гости лезть. Кот. Куда? Кот. Не надо туда идти. Нет. Ну вот. Хорошо, люди, смотрите. Кот у нас путешествует как в поезде. Ну, кот. Вот у него. Да, ты. Еда. Вон у него лоточек стоит. Так что вот здесь вот переносочка. Так что все что угодно. Вроде кот как дома здесь. Ну да, дискомфорта не сильно чувствует. Друзья, всем привет. Я не выспался и плохо выгляжу, потому что сегодня ночь провел в купе поезда. Тема у нас сегодня другая, чем поездка с котом на поезде, на примере купе. Все зависит от везения, какой тип вагона вам попался и какие попутчики. Если повезет, попутчиков у вас вообще может не оказаться. Будете ехать как-то вот так. Считайте, как в СВ. Места до хрена. Ну или ваши попутчики, там их будет один или два. Они будут любить животных, там любить котиков, например. В таком случае вы, скорее всего, кота сразу выпустите. Он будет лазить по всему купе и всех радовать. Будет такая домашняя обстановка. Коту будет весело, пассажирам будет весело. Просто кайф. Если же вам попадутся аллергики, которых при покупке билета не предупредили, что вагон допускает животных, и на билете они тоже на билете не прочитали, допускается провоз животных, то, не знаю, печаль. В худшем случае коту придется просидеть в клетке всю дорогу в переноске. Но в лучшем, я думаю, можно будет договориться с проводником, как-то решить куда-то в другое купе, может быть, как-то перебраться, где нету аллергиков, договориться. Ну и тип вагона, если у вас вот такое есть, если вы взяли нижнюю полку, если у вас вот такое под полочное пространство, то вы вон как можете мисочки и лоток коту показать. Он будет как дома себя чувствовать. Напомню, что на момент январь 2019 никаких там меддокументов, разрешений на кота не надо. Надо только купить билет на него. Кот считается ручной кладью. Естественно, отдельное человеческое место под него не выделяется. Ну и все спрашивают, сколько стоит билет на кота. Ну, в несколько раз дешевле, чем человек едет. Там, может, в 5 раз дешевле. Ну и хотя в кассе вокзала мне сказали, что билет на животное можно купить и в интернете тоже. Не знаю, от себя все-таки рекомендую покупать билет в ЖД-кассе, такой оранжевенький, на себя и на животное, чтобы не было недоразумений. Все-таки при посадке в поезд этот документ выглядит основательнее, чем распечатка из интернета. Ну и от себя еще добавлю, мне казалось, что поездка с котом будет чем-то сложным. На поверку, не знаю, кот, в принципе, комфортно себя чувствует. Он сидит под сидухой или где-то сидит, где ему хорошо. Ну и ваша поездка приобретает такой домашний характер. Сидишь себе там, кот ползает по сиденьям, как обычно. Общаешься там с соседями по купе. Ну, как-то едешь себе. Ладно, всем удачи на дорогах.
пока. Ну вот у нас кот даже коридором интересуется. Разумеется, для кота нужна переноска, иначе в вагон не пустят. Рекомендую взять в поезд себе, хозяину, еды, потому что, допустим, если у вас кот в купе, вам сильно отлучаться уже не получится из купе. Там вагон-ресторан вас с котом никто не пустит. В худшем случае купите у проводника какие-нибудь дошираки. Ну или кошачий корм можно есть, он для человека тоже съедобный. Ну, конечно, проще просто до поезда запастись любимой едой и как бы и кушать в компании любимого котика. Thank you.